круглая линза дает на экране прекрасное изображение прямоугольного окна. Как вы думаете, что будет, если мы закроем непрозрачной пластинкой часть линзы? Какая часть изображения закроется, правая или левая? Подводим пластинку слева, а изображение остается целым. Ведем пластинку дальше, изображение делается все бледнее и бледнее, но никакая его часть не исчезает. Объясним, почему так получается. Собирающая линза создает перевернутое изображение на экране. При этом световые лучи от каждой точки предмета, проходя через линзу, собираются в соответственной точке изображения. Если отсечь пластинкой часть лучей, остальные лучи все равно соберутся в тех же точках. Теперь в эти точки приходит меньше лучей, поэтому яркость изображения уменьшается. В фотоаппарате для закрывания части объектива обычно используется круглая диафрагма. При этом во сколько раз уменьшилась площадь входного отверстия, во столько же раз уменьшилась и яркость изображения. А что произойдет с изображением, если мы возьмем линзу с таким же входным отверстием, но с другим фокусным расстоянием? Раньше перед экраном стояла линза с фокусным расстоянием 200 мм. А теперь линза с фокусным расстоянием 100 мм. Фокусное расстояние уменьшилось в два раза. И размер изображения тоже уменьшился в два раза. А вот площадь изображения уменьшилась не в два, а в четыре раза. Линзы с одинаковым входным отверстием собирали одинаковый световой поток. Теперь этот поток приходится на вчетверо меньшую площадь. Значит, яркость изображения выросла в четыре раза. Мы знаем, что яркость изображения пропорциональна площади входного отверстия и обратно пропорциональна площади изображения. Эти площади пропорциональны квадрату диаметра и квадрату фокусного расстояния. Отношение квадрата диаметра к квадрату фокусного расстояния называют светосилой линзы. Чтобы изображение было ярким, светосила должна быть как можно больше. Эта крошечная линза собирает совсем мало света, но зато имеет маленькое фокусное расстояние. Поэтому она дает хотя и небольшое, но весьма яркое изображение.